Курс на повышение квалификации. Работники сферы ЖКХ и мусороперерабатывающей отрасли в Севастополе могут пройти курс обучения в Сибирском институте дополнительного профессионального образования. Большинство сотрудников отрасли не имеют профильного образования, однако обязаны проходить независимую оценку квалификации, рассказал телеканалу НТС директор вуза Сергей Кренц. Работает комиссия при президенте по оценке квалификации и созданы там порядка 10 направлений, вот, по которым необходимо подтверждать свою квалификацию. И у нас сегодня в законе об отходах четко написано, что каждый производитель отходов, а их в Севастополе порядка там 80 тысяч производителей отходов, каждый должен иметь как минимум двух обученных специалистов. Это инженер-эколог и техник-эколог. В Сибирском институте дополнительного профессионального образования повышают квалификацию севастопольские врачи и учителя. Курс обучения можно пройти дистанционно, отметил Сергей Кренц. Сегодня, получается, мы уже третью волну начинаем обучать педагогов, да, повышать квалификацию, подтверждать их компетенции. Также очень востребованы это рабочие специальности. Подробную беседу о наиболее востребованных специальностях, новые квалификации для бывших предпринимателей и подготовке медиков для борьбы с коронавирусом смотрите в программе «Актуальное интервью».